Боксер из Латвии, ему 24 года, рост 182 сантиметра. На профессиональном ринге провел 45 поединков, одержал 16 побед, 8 из которых нокаутом. Чемпион Латвии из Бауска, король Артур, Артур Куликаускис. В красном углу ринга боксер из Украины, ему 30 лет, рост 191 сантиметр. На профессиональном ринге провел 23 боя, одержал 21 победу, 17 из которых нокаутом. Серебряный призер чемпионата Европы и чемпионата мира, экс-чемпион Северной Америки, из Мариуполя, Исмаил Силва! Слушай внимательно команды. Удачи. Боксери у ринзі. Ну і ми чули представлені їх. Треба сказати, що незважаючи на свої 24 роки, Артурс Кулікаускіс вже встиг перемагати таких боксерів, як Юрій Каленга і Юрій Барашян, відомий добре українським болівальникам. Поступався Ягу Кіладзе і Серверу Емурлаєву. Ну а Ісмаїл Сілах, як ми чули, мав прекрасну любительську кар'єру. Срібним призером був і на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті Європи. Народився він в Запоріжжі, тренувався в Маріуполі. Ну, а така от колоритна зовнішність пояснюється тим, що мама у Ісмаїла українка, а батько зі С'єра-Леоне. І мені одразу ж пригадується вечір боксу в Харкові, після якого дівчата до мене підходили і казали: «Це Тімоті, Тімоті, познайом нас з ним». Втім, це не Тімоті, це Ісмаїл Сілах, український боксер з дуже хорошими перспективами. Да, действительно, боксер очень классный, у него очень такая красивая манера ведения боя, поставленный удар в арсенале, очень много ударов, таких зрелищных, бьет хлестко. Но я особенно бы отметил соперника в том плане, что он делает апсеты иногда. Он, как и Исмаил, начинал свою карьеру в полутяжелом весе, и видно, что все-таки эта весовая категория ему больше подходит с учетом его антропометрии. Но раз перебрался в тяжи, значит, чувствует и себя здесь неплохо. Исмаил пока что начинает бой аккуратно, держит на джебе. Исмаил у нас левша. Больше. Дуже рухливый Исмаил, дуже пластичный боксер. Втім, суперник для повернення обраний, як ми вже зазначили, не такий вже й простий. Це не той хлопець, який вийде, щоб упасти. Ні. Да, ну что интересно, сейчас у нас Исмаил боксирует как левша, на самом-то деле он правша. Наверное, решил удивить соперника сменой стойки. Не каждый боксер может менять стойки, не каждому это дано. Очевидно, це сюрприз, такий план на бій. І, можливо, саме Кулікаускіс з цим приголомшений на початку бою. Так, Кулікаускіс у нас, как мы видим, тоже левша. Именно поэтому, наверное, Исмаил решил боксировать в такой стойке. Спокійний перший раунд. Да, больше можно его назвать разведкой. Тяжелая артиллерия пока что не подключалась. В углу Исмаила один из братьев, вообще их трое. Братья тоже занимались боксом, но закончили это дело, а Исмаил продолжает свои боксерские традиции. В углу Исмаила сейчас работают
Андрей Синепупов и Давид Табатадзе. Відомі особистості у світі боксу, так? Які давно дуже знають Ісмаїла з одного міста Табатадзе та Ісмаїл Сілах. Да, из Мариуполя они, где сейчас очень непростая обстановка. Мама Исмаила с братьями там сейчас находится. Исмаил Силах живет в Америке, там у него уже трое детей. Ну а партнер турніру – інтернет-магазин «Розетка» впевнений. Чим сильніший суперник, тим сильніша віра в нашого чемпіона. З ним вся країна. Да, наверное, особо можно отметить все-таки победу Куликаускиса над Юрием Каленгой. Ну и Барашьяном тоже. Знову ж таки, в Украине много кто болевал за Юрия. Да, но все-таки Каленга – это боксер, который вышел на такой серьезный уровень. Совсем недавно боксировал против Лебедева. И... претендентом на титул чемпиона світу. Да, и еще и впервые отправил Лебедева в нокдаун. Ну, там, если згадати цей бій вже Куликаускиса проти Каленги, були такі враження, що віддали перемогу латвійському боксеру, тому що він вистояв і достояв до кінця. Тобто там був дуже суперечливий результат, але менше з тим, в рекорді маємо такий результат. І це однозначно досягнення. Досягнення для латвійського боксера, який називає себе королем Артуром. Да, также он проходил полную дистанцию против Сервера Емурлаева в Донецке в 2012 году. Так что в Украине этот парень не впервые. Много где он боксировал. И, наверное, с этим связана песня, под которую он выходил в ринг. «Дороги, мои дороги». Действительно, он обколесил уже полмира. Где только не боксировал. И в Европе, и в Азии, и в Америке. Чималий досвід, як для 24-річного боксера, я все-таки повторюся, що лише 24 роки йому. Там практично не було у нього такої серйозної любительської кар'єри. Боксував він за титул чемпіона світу серед молоді, поступився. Власне, Яго Кіладзе і поступився. Так, ну, хто такий Ісмаїл Сілах, мабуть, всі любителі боксу добре знають, слідили за його кар'єрою, которая немножко застопорилась после поражения от Сергея Ковалева. Был на контракте Исмаил у Роя Джонса, у его промоутерской компании Square Ring Promotions. І добра справа, щойно пробив Ісмаїл Сілах, так вичікував, і от побачив, що опущена рука у Артурса і завдав удару. Ну і пропускав тут теж Ісмаїл Сілах. Десь втратив на мить концентрацію і цим скористався Куликаускис. Да, но мы видим, Исмаил продолжает работать как левша. Такая картина на плече у Исмаила. Закликает Давид Табатадзе быть сконцентрованным и уважным. Саме так, через брак десь, можливо, зосередженості в певних моментах, от були пропущені ці удари, і треба уникати таких надалі ситуацій, вочевидь. Партнер турніру інтернет-магазин «Розетка» переконаний, якщо вболівати щирим серцем та всією країною, то наш чемпіон не підведе. Перемогу наближує підтримка.
Да, последние годы своей карьеры Исмаилу очень тяжело было вкладываться в весовую категорию полутяжелого веса. Постоянно приходилось гонять много килограмм. Ай, вже котре пропускає. І от намасав це слабке місце в захисті Ісмаїла Сілаха Артур Кулікаускіс. І треба з цим щось робити. Я думаю, що Сілах пристосується. Очень красиво так пробив сейчас апперкот Ісмаїл. В его арсенале есть всякие такие приемчики а-ля Рой Джонс. Не зря его и Рой Джонс, в общем-то, подписывал к себе на контракт. Правда, после поражения от Ковалева компания Роя Джонса больше мешала развитию карьеры Исмаила, нежели помогала. Но сейчас уже Исмаил как свободный агент. Хорошая швидка серия. Зараз и джеб, джеб, джеб. Здебільшого влучає джебами в Сілах. І так тривожить і бентежить свого суперника. Різноманітно працює Ісмаїл. От єдине, що цей лівою, який подекуди все-таки прилітає, або так дуже небезпечно майорить перед підборіддям українського боксера, ще насторожує. Але так вже якась вимальовується картина цього поєдинку. Да, ну і обратите внимание, зараз вже став свою привичною стойкою Ісмаїл. Как правша работает. Нужно отдать должное Исмаилу, что несмотря на проблемы с его промоутерской компанией, на контракте которой он долгое время пребывал, он продолжал заниматься боксом, постоянно поддержал себя в хорошей форме. Какие артистичные апперкоты в исполнении Исмаила. Все он это делает с опущенными руками. Да, действительно, мы уже говорили еще в начале, что в арсенале Исмаила Сілаха настолько много классных таких ударов, столько приемов и финтов, что даже просто вот наблюдать за его боксом интересно, несмотря на то, что бы там ни делал его соперник. Ну и своего часу цей темношкірий українець був лідером національної збірної України з боксу. Ми вже згадували про його досягнення, успіхи на любительському ринзі. Він перемагав таких відомих хлопців, як Чудінов та Артур Бетербієв, наприклад. І завершується цей раунд. Так, хороша кар'єра у Ісмаїла була і по любителям. Все це, звісно, опит, який допомагає вже в качестве профессионала. Вот этот момент. Между руками прослизнула рука Исмаила Сілаха. Да, не каждый так может пробить. Не очікував боксер из Латвии такого. Ну и еще одна. Просто насолоджуватися и насолоджуватися можно цієї комбінації у виконанні українського боксера. Да, подметил тут Андрей Синепупов ошибки соперника. Так вот, нужно еще отметить инициативность Исмаила Сілаха. Он не хотел, чтобы были такие большие паузы в его карьере. И поэтому сам предложил даже свои услуги Владимиру Кличко, когда тот готовился к поединку против Пулева. И Владимир Кличко принял этот вызов и очень был благодарен Исмаилу. Действительно, украинец помог тогда подготовиться к Пулеву. Партнер турниру интернет-магазин «Розетка» впевнений, чим сильніший суперник, тим сильніша віра в нашого чемпіона. З ним вся країна. Так, своєю швидкістю, своїм технічним, хорошим дуже арсеналом, я думаю, що Ісмаїл Сілах багатьом боксерам допоміг підготуватися. Він подекуди виступає в якості спаринг-партнера, і не тільки Володимира Кличка. Да, ну і сам таким чином здобуваючи досвід. Востребований спаринг-партнер останні роки Ісмаїл Сілах. Його приглашали в багато тренувальні кемпы, и Бетербиева, и Лебедева, и Дроздом, с кем он только не спарринговал.
это, конечно, тоже все очень хорошо. Помимо того, что он помогал своим соперникам, он сам набирался опыта и не простаивал. Именно поэтому мы видим сейчас такую классную, отточенную работу в его исполнении. Добро вплався так вправий. Затиснув вже за канатом. Да. Зараз... Тяжелую артиллерию начал подключать Исмаил Силах. Вкладывается в удары. Так начал жмуриться уже Куликаускис. Наверняка там ему здорово досталось. Играючись так сейчас боксирует Исмаил. Напрошу симпатична манера ведення бою, дуже нестандартна, незвична для багатьох українських боксерів, до речі, які все-таки здебільшого орієнтуються на таку так звану радянську школу боксу. Ісмаїл Сілах тут вигадкою вміє вразити. Да, от зараз зала тут... Кричат болельщики и поддерживающие Исмаила. Не принимай на себя удары, просят. Исмаил, конечно, хорошо чувствует соперника. Но, помня прошлые неудачи Исмаила, все, конечно, переживают, чтобы не зевнул, не пропустил этот шальной удар. Мая схильность иногда заграваться. Но, думаю, сейчас... Исмаил в силах врахував все-таки досвід. И вдач, и невдач. Саме для того існують поразки, щоб на них вчитися. І зараз на ваших екранах Макс Бурсак та Олександр Красюк і Денис Берінчик, боксер. Нужно проанонсировать, наверное, новость для тех, кто не знает. Денис Беринчик совсем недавно подписал контракт с компанией K2 Promotions, и уже в следующем турнире мы его должны увидеть его дебют. А возможно, увидим его гопак в его исполнении. Если кто помнит, на Олимпиаде не только Александр Усик танцевал красиво гопак, но и Денис Беринчик, который взял тогда на Олимпиаде серебро. Переконаний, що це вірне рішення Дениса, і я не тільки, я багато хто з ним говорив на цю тему ще до того, як він ухвалив це рішення остаточно. Яскравий боксер, улюбленець української публіки, що дуже важливо, все-таки завойовувати серця треба вміти, він вміє. Тому сподіваємося побачити і побачити хороший бокс у його виконанні. Поки що бачимо хороший бокс у виконанні Ісмаїла Сілаха. Да, Исмаил Силах еще раньше, в начале своей карьеры, говорил о том, что он не будет задерживаться навсегда в полутяжелом весе. Он чувствует в себе ресурсы набирать вес и вплоть до супертяжелого. Трипл джеб, такие выполнения Силаха, и снова же таки играючись ніби. Да, він це робить. Кошка с мышкой сейчас ведет себя Исмаил. Но все равно нужно быть осторожным. Вот опущенная левая рука наверняка многих тревожит. Напевно, треба бути обережним, але головне, що Ісмаїл Сілах не відпрацьовує номер. Він отримає задоволення від боксу. Я думаю, що це кидається в очі дуже і не може не тішити тих, хто любить, власне, шоу під час боксерського поєдинку. Ісмаїл Сілах вміє показати свою майстерність і нестандартність своїх дій. Це, до речі, і деморалізує суперника. Куликаускіс зараз вже, ну, думаю, що не знає, що робити з Сілахом. Звісно, шукає якісь шанси, намагається контратакувати, але переважно пропускає. Ось і справа теж. Да, зараз більш такі серйозні, складні комбінації почав... Выбрасывать Исмаил. Очень классно комбинирует корпус-голова. Бьет разнообразно. Да,
Ну, как для возвращения, соперник очень неплохой, Исмаила, но мы уже видим, что все-таки разные лиги, так скажем. Исмаил в силах действительно боксер очень одаренный. И по очкам способен выигрывать у очень многих. Помимо этого, у него очень хороший тяжелый удар. Ну вот, единственный, наверное, вопрос для болельщиков, как же будет себя чувствовать Исмаил в силах в этом тяжелом весе с учетом предыдущих неудач. Но Исмаил работает над вестибулярным аппаратом, сам понимая, что те поражения нокаутом так просто не сказывается, тут нужно работать над стойкостью. Ну, а можливо, він буде менше виганяти і таким чином більш впевнено почуватися от саме на рівні власних фізичних кондицій. А я б хотів ще сказати, що Ізмаїл Сілих у спілкуванні, в побуті дуже така приємна людина, товариська, розумна, ерудит. Саме от не лише в боксерській сфері, а про бокс з ним можна говорити годинами, і це буде дуже пізнавально. Да, дійсно, він такий розкріпощений парень не тільки в рингі, але й в житті. Так дуже легко наводить мости, і спілкуючись з ним, таке впечатлення, що ти його 100 років вже знаєш. Действительно, очень приятный такой собеседник. Ну и классный боксер. Действительно, классный боксер, у которого многому можно поучиться. То, как он пробивает свое, его стойка, его передвижение. Действительно, такая книга бокса. Яку Кулікаускіс ніби і має шанс прочитати, але, здається, не всі літери впізнає. Да, і знову став в правосторонню стойку Ісмаїл. Зараз працює як левша, таким образом запутує Кулікаускіса. І це проблема для нього. Ну і так по починочці вже так десь раз п'ятий, так знизу. Обережно, але дуже влучно пробиває Ісмаїл. Ісмаїла, напомнимо, із 21 победи 17 досрочних. В принципі, його можна називати нокаутером. І, звісно, хотілося б побачити і сьогодні досрочну победу в його виконанні. Тут ми бачимо полная деклассация соперника. Хотя вот снова-таки заигрывается. Пропускает такие не очень сильные удары. Но зачем? Если можно обойтись и без этого. Так что можно сказать, что в полку тяжей из Украины прибыла. В моих силах, я думаю, нас будет радовать победами и в дальнейшем. Конечно, нужно побеждать сегодня. Безусловно. Обов'язково перекрити прикру поразку від Ковальова в бою за титул чемпіона світу. І йти далі. Хочеться вірити, що ми будемо мати можливість спостерігати за боями Ізмаїла. Бо робити це напрочуд приємно. Да, ну і, звісно, отрадно, що компанія K2 Promotions допомагає Ісмаїлу так от повертатися в великий бокс. Довгое время все-таки ждал этой возможности уже вернуться после поражения от Ковалева. Исмаил наконец-то во всей красе сейчас перед нами демонстрирует свои лучшие качества. Согласитесь, есть на что посмотреть. При тому, що, ну, як ми вже казали і зазначали не раз протягом цього бою, це не простий суперник, це дуже перспективний суперник. Ой, подогнулись ноги Кулікаускіса, і це нокдаун. Його честь, він встає, але це тяжелий нокдаун. Триває рахунок, так. Єдине, що, мабуть, вже не залишилось часу добити суперника зараз Ісмаїлу. Пару секунд залишилось. Да, гонг. І зараз, мабуть, успеє. Рятівний гонг в даному випадку абсолютно. Да.
Великовский успеет сейчас отойти, прийти в себя. Но все равно Исмаил уже прощупал слабые места и теперь знает, что делать. Смотрим на повторе, как это было. Опустил руки, расслабился Куликаускис и поймал его таким длинным правым ударом. Еще раз смотрим. Але от бачите, як готував цю атаку він. Да, угадал траекторию отхода соперника и красиво пробил. Длинные руки у Исмаила, достает он из дальней дистанции. Ну и так, розхитувалися над горизонтом щелепа короля Артура. Да. Ну что ж, Исмаил нас радует уже который раунд красивым боксом. Еще и подарил такой нокдаун. Конечно, хотелось бы, чтобы все это он завершил красивым нокаутом. Соперник уже изучен, разобран. Осталось поставить жирную точку. Хочет перемогти достроково Исмаил в силах. Это как-то так відчувається, мне кажется, по его діях. Да, Владимиру Кличко понравилось работать в спаррингах с Исмаилом. Многие приемы были для него неожиданностью. Я имею в виду для Владимира Кличко, и поэтому Исмаил очень много раундов провел, работая с нашим супертяжем чемпионом. Подключает апперкоты сейчас Исмаил, ну и уже просто преследует оппонента. Тут столкновение головами очень неприятное. Хорошо, что без рассечений. Еще проходит тяжелый удар справа от Исмаила. Еще. Сейчас Виктор Тисечкова внимательно смотрит за происходящим. Возможно, будет остановка. Наверное, сейчас разыгрывает Исмаил. Зараз бы непогано было пробить десь в тулуб, а потом в розкриту голову. Ну, это так, в идеале. Тут и так пливе Куликаускис. Седьмой раунд. Не так много осталось до конца поединка. Немає впевненості абсолютно, что боксер из Латвии дотримается. Ну, наверное, это главная его задача на сегодняшний момент, на этот случай. Он уже столько натерпелся, столько всего пропустил. Очень уверенно сейчас пробивает Исмаил. Буквально каждый удар проходит в цель. 30 секунд до конца этого раунда. Ну, я думаю, если будет длинная такая атака, Виктор Фисечко может и остановить бой. Так как это уже просто одностороннее избиение. Побиття немовляти. Ні, це не немовляти, це Артур Куликаускис, який перемагав дуже і дуже багатьох відомих боксерів. Втім, зараз нічого він не може зробити з українським крузером. Так, ще раунд у нас попереду. Класний такий правий апперкот в исполнении Исмаила. Не забуває і про корпус. Кстати, еще в начале боя много ударов по корпусу пробил Исмаил. И с этим, наверное, связано снижение темпа Куликаускиса. Хотя он не раз проходил длинные дистанции. Сейчас дышит тяжело. Нагадали Куликаускису, что это последний раунд.
Ну что, я думаю, что касается зрелищного бокса, то у Александра Усика в этом дивизионе появился конкурент в Смаил Силах. Действительно, те приемы, та техника, та мастеровитость, которая есть у Исмаила, притягивает болельщиков. Ну и когда Александр Усик пришел в национальную сборную с олимпийского бокса, лишь починав свой шлях там, Исмаил Силах уже был такой зірочкою серьезно. Сейчас у профи-кар'єрі теж, ну, є підстави дійсно нам сподіватися на те, що надалі Ісмаїл нас буде тішити своїми перемогами. Ой, як добре, знову ж таки, рве свого суперника на шматі Ісмаїл Силах. І не знає, що робити. Кулікаускіс виглядає розгубленим геть. Ну, такое впечатление, что сейчас Исмаил где-то немного жалеет соперника. Если бы захотел, то, наверное, уже мог бы бой и закончить. Так работает непринужденно, играючись. И, похоже, не особо его тревожит, что он может выиграть по очкам, а не досрочно. Красота! Просто неймовірно. Аберкот під руки. Силах сьогодні показав, не знаю, чи все, що є в його арсеналі, але просто перлини боксерської техніки. Так, дійсно, той арсенал, то мастерство, яке ми бачимо, є не у кожного боксера. Исмаил действительно боксер-универсал. Пішов в такий, ніби як кинувся в останню атаку Кулікаускіс, не отримав на зустріч. Да, на отході в предыдущий момент дуже хорошо отработав Исмаил. Правий такой прямой без замаха. В узком коридоре, как говорится. Ну и последние секунды. Бой заканчивается. Будет ли нокаут? Совсем мало часу осталось. Силах влучает, але цього замало. Последние секунды. Исмаил пошел вперед. Ну что, последняя атака. И все, выстоял Кулікаускіс, благодарит он Исмаила, где-то благодаря именно Исмаилу он дождался завершающего гонга, пожалел такое впечатление Исмаил его, но в любом случае он нам подарил яркий, красочный бокс, и как в защите, так и в нападении, Исмаил красавчик. Черкасы шаленьють просто такие. Мы поздравляем Исмаила с возвращением в большой бокс и ждем очередного боя, уже наверняка это будет более серьезный оппонент. Ну и посмакуем повторы. Так, джеби, яких не бачив Кулікаускіс. Аперкот, якого да. Теж не бачив Кулікаускіс. Ну з яких углов пробиває? З яких позицій Ісмаїл? Ук зліва, який не побачив Кулікаускіс. Так, дуже обдарований боксер. Цей хлопець Ісмаїл Силах, Україна. Да, таким образом перекрывает Исмаил поражение от Сергея Ковалева. Теперь у него 22 победы. Он должен возвращаться в рейтинги. Посмотрим, на каком месте он будет. Ну и надеемся, что он продолжит сотрудничество с К2 Promotions. Я думаю, всем понравился бокс в его исполнении. Зачастую не хватает зрелища боксерским мероприятиям, а Силах дает это самое зрелище. Исмаил Сила! It's been a long time.
Исмаил, поздравляем тебя с такой красивой, яркой победой. Долгий опыт выступления в Америке, полтора года перерыва и вот такое вот красивое, яркое, убедительное возвращение. Каковы планы на ближайшее будущее? Связаны ли они с компанией «Братьев Кличко»? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить моего противника. Хороший бой, держался, давал боксировать. И также я благодарю очень город Черкассы за гостеприимство, за эту радостную атмосферу, которую вы создали. Мы здесь неделю и полюбили этот город. Будем ходить на Днепр, купаться на пляже. А остальное, моя карьера, я думаю, вернусь сильнее уже, с плохим, с хорошим опытом уже буду стараться. И компания K2 Promotion Ukraine посопутствует мне в этом, они помогут, я знаю. Так что будем побеждать и радовать вас. Спасибо. Еще раз спасибо и удачи.